Друзья, всем привет, с вами Женя Марс. У меня отличные новости, я только что вышел из типографии своих друзей. Сделал вот такие классные стикеры. Несколько видов, сделал с руками. Сделал мой логотип. И сделал граффити Марс в нескольких цветах. Синий, фиолетовый, зеленый, коричневый, оранжевый. Получились очень крутые стикеры, прям мне очень нравится, я даже один уже наклеил на свою мобилу. Что я хотел сказать по поводу конкурса, пока его немного отложим, я его не отменяю, но просто немножечко не та ситуация, чтобы какие-то устраивать конкурсы, но я готов всем желающим разослать или отдать свой стикер-пак. Состоящий из трех наклеек. Раз, два и какая-то из этих, кому какой цвет нравится. Что надо сделать, чтобы получить стикеры? Смотрите, у меня есть группа ВКонтакте «Евгений Марс». Ссылочка внизу в описании. Вот, подписывайтесь на нее. Пишите мне в личные сообщения или в личные сообщения группы. Если вы из другого города, пишите адрес, я вам отправлю за свой счет письмецо с наклейками. Если вы из Питера, то там уже как-нибудь договоримся. Либо я в граффити-маркете оставлю стикеры, либо еще как-то. Вот, так что если кому-то хочется получить эти стикер-паки совершенно бесплатно, пишите ВКонтакте, и там уже договоримся. Вот, в конкурсе должно было быть всего лишь 3 победителя, а тут у нас, ну, человек, я надеюсь, 20-30 уж точно мне напишет и получит эти стикер-паки совершенно бесплатно, отправка за мой счет. Торопитесь, их не сильно много, Вот рулончик, вот стикер-паки с граффити. Так что пишите ВКонтакте. С вами был Женя Марс. Пока.